Согласно словарю Ожегова, счастье – это чувство полного и высшего удовлетворения. А насколько счастливы волжане и что является счастьем для них? Давайте узнаем прямо сейчас. Я вот очень счастлива, что Бог мой отец. Не просто вот он Бог за всех умер, а за меня лично Иисус Христос. Поэтому я вот очень счастлива. Рождение внуков, например, это тоже большое счастье. А самый необычный случай, который вызывали у вас прилив счастья, можете нам какой-нибудь за всю жизнь свою вспомнить? Бесплатные подарки. Когда я увидела своего сына, это для меня было самым большим счастьем. Расплакалась, конечно. Была очень счастлива. Понятие счастья, оно гораздо проще, чем мы себе его понимаем. И нужно радоваться мелочам. Счастье в мелочах. Хорошая погода. Да просто прийти в бассейн, уже это счастье. Я получил нереальное удовольствие, когда я понял, что, перейдя в другой класс, я, в общем-то, стал более счастливым, так скажем. А вот для вас что счастье вообще? Все, что меня окружает. Весна, хорошие люди вокруг, приветливые люди, улыбчивые. И заниматься любимым делом. Вот такие мнения волжан мы сегодня услышали о счастье. Но, может быть, порой мы его просто не замечаем. Давайте задумаемся, ведь для счастья нам не так уж много и надо.